3 ноября 2002 год. Дагомыс. Мы пришли... Ноября 2002 год. Дагомыс. Черное море. Мы на первом международном открытом фестивале программ и кино детских школьных студий стран СНГ и Балтии под названием «Мир глазами детей». Дагомыс. Черное море. Первый международный открытый фестиваль детских программ и кино школьных студий стран СНГ и Балтии под названием «Мир глазами детей». Дагомыс. Черное море. Первый международный открытый фестиваль... 3 ноября 2002 год. Дагомыс. Черное море. Первый международный открытый фестиваль детских программ и кино школьных киностудий стран СНГ и Балтии под названием «Мир глазами детей». 3 ноября 2002 год. Дагомыс. Черное море. Первый международный открытый фестиваль детских программ и кино стран СНГ и Балтии под названием... 3 ноября 2002 год. Дагомыс. Черное море. Первый международный открытый фестиваль программ и кино школьных детских киностудий стран СНГ и Балтии под названием «Мир глазами детей».